В основном я работаю со спортсменами. Дело в том, что актуальна тема препаратов химических, допинга, антидопинга. Вот в этом плане препараты Power Matrix вне всяких похвал. Дело в том, что я физиотерапевт, мы реабилитируем методами физическими, но не всегда хватает этой энергии, а препараты Power Matrix, они действуют на уровне клетки. Они стимулируют митохондрии клетки и тем самым усиливают действие и наших факторов. То есть получается два в одном. Препараты Power Matrix – это не химия, это физика. Физика с физикой дает хорошие результаты. И абсолютно органолептически они приятны. Это не имеют ни цвета, ни запаха и вкуса обычной воды, что тоже очень... То есть это тоже положительный такой момент. Единственное, что надо просто людям объяснить, чтобы дойти, потому что наши люди привыкли, от всякой проблемы есть красивую таблетку и надеяться на ее помощь. Здесь мы не лечим этими препаратами, мы помогаем организму самому справиться с повреждениями. Базовую терапию никто не отменял, и нам никто не позволит. Мы работаем во времена стандартов, именно по ОМС, где все четко прописано, и клинические рекомендации. Даже работа практическим врачом, если я иногда назначаю не 10 процедур, а 15, мне потом приходится пред страховой комиссией оправдываться и писать различные, в общем-то, рекламации, почему я именно так сделала. Поэтому ни один врач на это не пойдет. А препараты Power Matrix, они очень синергичны. Мы с удовольствием их можем в любой комплекс включить и знать, да, действительно, что на любом этапе они помогают, потому что они сообщают большую энергию на клеточном уровне.